Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в пиццерии. Давай подготовим тесто, потому что теста осталось очень мало, неаполитанского, по крайней мере, крайне мало, пшеничное есть и, собственно, даже нью-йоркское есть, то есть на один день нам с тобой хватит. А вот неаполитанское подошло к концу, и поэтому придется нам его с тобой сейчас, не туда зашел, сделать. Ну-ка, подожди. Придется нам его с тобой сделать. Так, я отодвину немножко микрофон, чтобы не заплевывать его. Перейду в рецепты, закреплю рецепт неаполитанского теста и, естественно, пойду повешу лопату, чтобы она не мешалась под ногами. И начну готовить. Три с половиной килограмма муки нужно положить всего-то навсего. По-моему, тут всего, да, 3,5 килограмма. Хорошо, что здесь хотя бы разработчики над нами не поиздевались. И не решили просто взять и сказать вот, ну... 3600 или 3400. Было бы не очень красиво. Так что вот в этом я благодарен. И все же мне непонятно, куда девается вот эта вот вода, которая не наливается. Мне нужно 2,4. Вот что такое? Почему нельзя взять и... Ну, не знаю, как-то... Сделать тару чуть больше. Чуточку больше. Вот здесь вот над нами поиздевались, конечно. Да, спору нет. В муке как бы такого нет, а вот в воде есть. 2,3 это нехорошо, нужно налить ровно столько, сколько нужно. Вот так, по-моему, где-то нужно наливать. Правильно я говорю? Чё, нет еще, что ли? Там же почти 2,400 было. Лоханулся. Сам вижу, что лоханулся, отстаньте. Я хотел воду вылить. Я просто хотел вылить в воду, а получилось как всегда. Ой, господи, ладно, что ж поделаешь-то. Накуплю еще одну. Налить. Хватит. Вот представляешь, я думал, что можно же так же выливать все, как вот, например, из кастрюль выбрасывать, как, например, из гастроемкости выбрасывать, как из всего выбрасывать можно, так и здесь можно будет просто взять и выбросить воду в мусорку. То есть, ну, как элемент какой-то содержимое этого сосуда. А получилось, что вот как получилось. Обидно. Но ничего страшного. Так, соль. Соль у меня, по-моему, закончилась, и больше у меня ее не было, да? Или... Нет, подожди, вот она. Вот она, 125 грамм. Это нужно сделать вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. 125 грамм соли насыпал. Дрожжей. Дрожжи, погоди. Дрожжи где-то же я их видел. Наверное, внизу. Наверное, внизу, поэтому нет. Вниз я точно за ними не пойду. Мне заняться, что ли, больше нечем. Нет, конечно. Зачем мне этим заниматься, если можно просто взять и... купить дрожжи здесь. И нажать на зеленую кнопочку. Подожди. Чуть-чуть бы, и все, и оно бы упало бы на пол. Так, тесто есть. Ну и можно, наверное, приготовить соус. Как мне сказал Егор, нужно детальным управлением все это... положить, ну как бы один хрен дальше не залезло ничего, поэтому уж не так уж сильно страшно. Так, домашний соус, это у меня домашний соус, блин, чуть-чуть, как мне написали, что помидоров я туда не добавил, просрал, да, момент, нужно приготовить соус маринару, наш с тобой основной соус, который требуется практически во всех пиццах, и пойдем, возьму корзинку и пойду я, значит, в эту, ну, беги. В подвал. В кладовку наберу помидоров побольше помидоров. Аж 16 штук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, кило 600 помидоров, 200 оливкового масла, сушеный ореган, базилик. Базилик свежий. Базилик свежий, он у меня, наверное, там. А вот чесночку нужно аж целых 20 грамм. Это... Все. Ну и пойдем. Пойдем, все это дело благополучно запихну я в соусоделалку. В кухонный комбайн. Молодец. Хорошо. Отлично. Я бы даже сказал, прекрасно. Оливковое масло, оно, вот оно, 200. Больше не подхожу так близко, как я в той серии подходил к всем этим... Ко всему, короче, ко всем стенам, ко всем окнам, ко всем устройствам здесь с бутылками близко нельзя подходить. Я уже понял, что ни к чему хорошему это не приведет. 200 миллилитров я налил. Так, что мне еще? Соли 35, сушеные орегано. Орегано, орегано. Не знаю, как правильно ударение. Напиши в комментариях, как правильно ударение ставится. Ой, тихо. Раз, два. Вроде 25 должен был насыпать. Насыпал 24. Базилик свежий. Вот он, 30-ка. И гастроемкость. Ну-кася. Погоди, а можно вот, например, вот в эту вот гастроемкость? Нельзя, ну ладно. Как жаль, что нельзя, но ничего страшного. Соли не насыпал, серьезно, что ли, домашний соус? А можно его посолить и выбрать? Блять. Подходит к концу приготовления нашего чудеснейшего соуса, который уже в третий раз просто пролетает мимо своего рецепта. 35 соли. Я просто поспешил. Немножечко я поспешил. Ну, с кем не бывает, правильно? Я вот, ну, я аж правильно говорю, с кем не бывает. Все спешат. Все, бывает, спешат. Вот не перепроверил, и все, и получилось вот как получилось. Базилика надо положить. И готово дело, да? Да, готово дело. Все. Можно теперь приготовить соус. Наконец-то у нас с тобой готово. Маринара. Положу-ка я его, как мне сказали, надо положить, надо все в эту, в одну точку, ты долго ищешь, ничего я долго не ищу, я все ищу так, столько времени, сколько мне на это, сколько мне необходимо для этого. Так, выхожу в менюшку, давай посмотрю, что у меня здесь вот написано. Та-та-та-та-та, ничего не ясно, что это такое, новый перк, тыры-пыры, 8 дыр. Ой, ну под зачем ты закрываешь, я же хочу просто в менюшечку выйти. Перк-хаб. Здесь ничего нет. Кстати, да, есть перк по поводу тарелок, но я не видел в нем смысла, потому что в том кукинг-симуляторе я ничего не разбил. Один раз, по-моему, тарелку я разбил, и то как по какой-то глупой случайности. А здесь получилось вот как получилось. Закройся. Пойдем, нажму на часы, и можно будет спокойно себе продолжить день. Что такое сейчас было? Ты видел? Нет? Ты видел? А я видел. Что-то упал. Куда упал, хуй его знает. Может какая пролетела, может еще что. Доход 350 центиков. Кукинг деньги, короче, кукинг центы. Заказ. Давай-ка, пошло-поехало. Начнем рабочий день. Ну, закрой, открой. Двойная рыбная. Я не делал никогда рыбную пиццу. И вообще, как это так можно сделать? Пшеничное тесто маленькое. Маленькое пшеничное это вот здесь. Раз, два, три, четыре. Песто. Вот у меня песто-то есть? Песто есть, ничего себе. А, это болотная жижа, которая... Я не хочу ни в коем случае задеть никого, никаких этих людей, которые любят песто, соус, но для меня это всегда будет болотной жижей, потому что реально выглядит как-то не очень. Три. Нужно положить моцарелки. Вот так вот просто. Ну а куда их еще класть? Вот так вот их положу. Пусть себе лежат, отдыхают. 60 граммулек. Кальмара нужно положить. Тунца. Красный перец нарезанный. Красный перец нарезанный похож на вот эти вот... На что? Он похож вот на какие-то... На огрызки на какие-то похож красный перец. Вот он, да. На семена. Похожий.
20 грамм. 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ровно расположил перец. Очень ровно расположил. Что ж, обосраться просто. Тунец и кальмар. Кальмар тоже нарезанный получается, да? Или как? Тунец нарезанный. А где? Ой, а как мне его взять-то? Откуда мне его достать? Тунец и кальмар. Скорее всего, они лежат в холодильнике. Отдыхают себе тут, а я за ним пришел. Кальмар 500. Кальмар 500. Раз. Кальмар 502. То есть килограммчик мне нужен кальмаров. И тунца. Тунец. Ну, тунца нужно 3. Кстати, почему кальмары лежат в упаковке, кладутся в упаковке, блин, а вот это лежит в упаковке и кладется не в упаковке. Это какая-то несправедливость. Это какая-то непродуманность, что ли, со стороны разработчиков. И вообще, да. Вообще как-то это некрасиво получается. Так, это дело все нужно порезать. Ну, возьми, убери ты отсюда, убери ты эту ерунду. Ну, зачем она мне здесь нужна? Беру я, значит, гастроемкость. Гастроемкость в резчик. Это терка, это резчик. Беру. Давай-ка я пока кальмара отложу. Нет, положу туда, возьму целую миску и засуну эту, как ее называют, корзинку всю в резчик. Хорошо, что режется все достаточно быстро и ждать этого долго не нужно. То есть, ну, на самом деле, очень быстро все происходит, поэтому... Блин, а куда мне нужно деть сейчас? Куда мне нужно деть... Например, кальмаров. А, они... А куда их? А подожди, там же написано, что там такое? А их сразу в гастроемкость можно положить, что ли, или что? Я... Просто я, может, чё... Подожди, а что тут такое-то? Белый лук. Белый лук мне не упирается сейчас, он мне не нужен. Я пока без белого лука, в принципе, выживаю. Для меня это не так критично. Да, можно сразу, смотри-ка, высыпать все. Это хорошо. Это отлично просто, что их не нужно никаким образом там выделывать, разделывать, подделывать. Они просто высыпаются в гастроемкости и живут себе спокойно в ней. Но вот куда ее положить? Куда вот это дело положить? Вот это остается для меня таким вопросом, который меня сейчас мучает. Куда вот положить это можно? Например, можно, наверное, засунуть это все дело в... Да я не знаю, здесь все нужно. Чеснок давай выложу. Выложу, вот положу вот сюда. Хорошо. И кальмаров положу вот сюда. В принципе, наверняка есть тут какие-то рыбные дни, не рыбные дни, то есть наверняка здесь есть такое, практикуется. И куда я положил кальмар-то? Кальмар-то вот где? Где кальмар-то? Я их положил вот. А, вот они. Не вижу, народ. Они тоже насыпаются, некрасиво получится. Фу. Не очень получилось. Некрасиво. Ну вот, практикуется, наверное, день там рыбный, не рыбный, и наверняка как-то можно подготавливать блюдо заранее, зная, что у тебя будет сегодня. Так, листы базилика. Раз. Два, три, четыре. Угу. И пять бревен. Как бы не так все сложно, как бы все очень даже быстро, все очень даже просто. И... Сейчас будет у нас с тобой первая пицца. Как бы она очень долго готовится, уже по сути-то сколько, минут 30 прошло, 40, где... Часа 2, наверное, ждет нас клиент с тобой, и мы все никак ему не принесем его долгожданную рыбную пиццу. Тунец. Блять. Тунец. Тунца не положил? Или положил? Не положил тунца. Как вовремя я вспомнил. Тунец. Резанный. А, получается по 8 грамм 4 штучки. Раз. Два. Я не понял, за... Серьезно? Ты куда ее наложил-то столько, ну?
А как теперь достать оттуда? Как теперь вот вытащить? Никак? То есть я даже не могу вытащить оттуда ничего. Ах, блядь. Ну что делать-то? Приготовил, молодец. Давай, давай пойдем жарить, варить, парить. Я вообще что-то не понимаю. Что с игрой не так? Она настроена против меня. Все игры настроены теперь против меня. Что Subnautica, что Beast Inside, что, блин, пицца даже настроена против меня. В прошлой серии она пыталась разбить все бьющиеся, не бьющиеся предметы. Сейчас она пытается мне, не знаю, напакостить рецептами, которые я, в принципе-то, правильно все делаю, в которых я, в принципе, правильно все делаю, но в итоге оказывается, что все приготовлено будет не так, в количествах неправильных будут разложены ингредиенты, и получится, что вот клиент наш останется тобой недовольным. Он скажет: о, как много тунца, зачем так много тунца? Хотя на самом деле, если бы мне в пиццу положили много, например, сыра, я бы ни хрена не отказался. Я только бы похвалил повара и сказал бы: какой ты, блядь, молодец, спасибо тебе большое, дружище. А нахера я такую большую тарелку положил, не знаешь? Я тоже не знаю, я хотел, блин, положить-то это все дело... Я же новую пиццу готовлю уже, как бы. Поэтому я тарелку взял для нее, а эта пицца в маленькую должна класться. Ну вот, короче, и ни в коем случае я бы не стал бронить повара за то, что он положил чуть больше ингредиентов, чем необходимо. Ну потому что, блин, это... Это глупо, это, блин, это неправильно. Человек старается, человек кладет тебе больше, чем нужно. Ну, неравномерно. То есть верное количество даже. Я вообще теперь не понимаю, как игра эта работает и как она считает количество ингредиентов. Ладно, не будем с тобой запариваться. Возьмем неаполитанское тесто и пойдем с тобой среднее. И пойдем с тобой готовить. Ну, потому что. Потому что нечего зацикливаться на проблемах, которые нас с тобой поджидали и присутствовали в предыдущем заказе. Во дебил, блядь, во дебил, нахуя мне столько тунца, расскажи мне. Раз тунец и два тунец, зато у меня есть два тунца, а я не заметил его. Вот это молодец, вот это да, вот это просто, просто гениальный человек. Маринара. Ой, то ли игра настроена против меня, то ли я против игры, непонятно вообще. Я что-то какой-то рассеянный очень, наверное, было дело не для... Время какое-то я выбрал неправильное для записи, горгонзола. Горгонзол нужно насыпать аж целых сколько? 100 грамм. А как я нарезанная горгонзола. А у меня такой нет. У меня нарезанный-то горгонзола и нету. Правильно жить? Есть. Я подзабыл просто, как играется в эту игру. Поэтому сильно не ругайся. Серьезно, сильно не ругайся. Это сильно ничего не изменит. Вообще, в принципе, ничего не поменяется. Просто ты будешь больше нервничать. А в итоге ничего не изменится. Блин, слушай, вкусно, наверное. Пармезан нарезанный. Это вот... А, это фонтина. Подожди, а пармезан у меня есть нарезанный? Да наверняка... Да хуй, у меня нет пармезана нарезанного. У меня есть куриная грудка, фонтина и пармезан тертый. Моцарелла, горгонзола, маслины, моцарелла, тунец, альфредо. Хумус зато есть, фонтин. Да, ну слушай, нет. У меня есть фонтин тертый, фонтина резанная, пармезана нет. Моцарелла резанная. Есть, 100 граммулек, это нужно положить 5 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Фонтина нарезанная. Нужно положить 5 штучек тоже. Блин, это вкусно. Два, три, четыре, пять. Красота. И пойду я за пармезаном нарезанным схожу. Там всего ничего нужно-то, но нужно же ведь, блин. Если вот не нужно, было бы вообще отлично. Пармезанчик. Пекарина Романа. Пармезан. Раз, два, две головки. Не, две головки возьму, а сколько это получается? Я не знаю, сколько это получается. Это даже, наверное, не половина, а четверть всего-навсего от головки. Ну, а что поделаешь? Мне нужна нарезанная. Значит, я засовываю в резчик. Это не серьезно. А, он пропал, все понятно. Чеснока мало, конечно, маслин много, и как с этим бороться, неизвестно. Давай вот эти маслины выброшу, положу туда пармезан тертый. Тертый, блядь, как нарезанный пармезан.
килограмм пармезана, аж целый красивый. Блин, мне почему-то кажется, что он у меня где-то есть, и я его не, просто не заметил. То есть ты сейчас материшься просто потому, что я мимо смотрю его, и ничего не происходит. Какие-то маленькие кусочки, 12 грамм, это получается 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Все? А, не, листы базилика еще нужны. Аж целых 24 грамма. Это 8 штук. Парам-пам-пам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Лепута. Ну, выглядит достаточно вкусно. Выглядит реально вкусно. Выглядит очень хорошо. То есть, я говорю, если в такой пицце мне бы насыпали больше сыра, я бы ни в коем случае повару не сказал. Фу, повар, какой ты дурак, насыпал мне так много сыра. Вот я на тебя жалобу накатаю. Нет, я бы сказал, блин, засунь мне туда очень много сыра. Пожалуйста, положи мне сыра в 4 раза больше, чем нужно. Я очень люблю сыр. И он бы мне сказал, не, нихера, плати больше денег, чем ты мне заплатил. Так что нихрена вот. А люди платят столько же, а я им сыплю больше. И они еще недовольны. Песто дженовези. Я не очень силен в таких языках. Поэтому песто, наверное. Песто дженовези. Дженовезе. Что такое? Тесто в неаполитанском стиле. Давай-ка мы с тобой неаполитанское тесто. Маленькое. Маленькое тесто вот сюда вот. И раскатаю. Пока это раскатывается, точнее, когда сейчас раскатается, я пойду за пиццей. Потому что она уже сейчас сгорит. Но это факт, потому что она быстро очень готовится. Я же говорю, осталось всего ничего. Опа. Опа. Как ты считаешь, сыр равномерно распределился? Мне кажется, что вполне себе. Тихо ты, давай, не хулигань. Не нужно тут разбрасываться стульями. Они у тебя тоже не бесконечные. Возьми тарелку и пойдем отдадим пиццу. 4 сыра, окей. Неаполитанский стиль. Песто. 5 звезд. Ну, никто не сомневался, собственно говоря. Я же ведь профессионал своего дела. И знаю, как что делается и как куда кладется. Ну, давай уже. Размазюкивай. Теперь моцарелла ди буффало нарезанная. Моцарелла ди буффало. Ну, конечно же, у меня есть моцарелла ди буффало нарезанная. У меня же ведь все сыры тут нарезанные есть. А нельзя какой-нибудь расширитель здесь купить, чтобы она в 3 раза больше была? Ой, моцарелла ди буффало. Ёб твою мать, кто ж тебя такой придумал-то, а? Пойдем в холодильник. По-моему, она живет в холодильнике, да? Да, наверное, да. Да, это вот это, которое похоже на кое-что не, такое не очень приятное. Что это такое? Пиво, что ли? А это не пиво, это... Чего? Вегетабле. Неясно, короче, что-то, наверное, не на русском написано. Так, нарезанное дибуфало. Дибуфало нарезанное. Так, мне нужна гастроемкость. Без гастроемкости сейчас в никуда просто. Никуда. Чего у меня осталось мало? Просто реально, чтобы мало было. Я не вижу, что пармезаны... Ой, моцарелл нарезанный, если разве что осталось мало, но на целую пиццу осталось. Так что лучше купить одну гастроемкость. Пожалуй, я так и сделаю. Засуну в резчик. Возьму где моцарелл? Моцарелл уже внутри, да? Нажму порезать. Достану. Знаешь, что достану? Мне сейчас особо не нужно... Что? Мне не нужно... Мне не нужен лотук. Мне лотук вообще сейчас не упирается. Пусть лежит здесь. А дибуффало положу сюда. Теперь иду сюда, к месту приготовления. Беру дибуффало. Ой, какая большая штукенция. 2 штуки. Ой, блин. Наверное, вкусная, трындец. Прям выглядит очень вкусно. Я никогда не ел такую, поэтому что-то мне прям захотелось. Раз, два, три, четыре. Он наверняка растает еще, так вкусно будет выглядеть. Прям... Опять во мне говорит голодный Дмитрий. Как я хотел взять руками пиццу и... Не получилось. Не фартануло. Нужно же брать лопаты, мы же цивилизованные люди. Остается всего ничего. Всего прям малехонько. Ой, погоди, он там уже что ли растаял? Ну-ка. Он там уже растаивать начал. Круто. Круто. Так, двойная рыбная опять. Снова двойная рыбная. Чесночный соус. Да что ж такое-то? Сколько новых рецептов тут добавилось. Большая пшеничная.
большая пшеничная, раскатываю ее. Вот чесночный соус сейчас я буду очень долго готовить, и к тому же получится сейчас, что он готовится, небось, капец как долго. У меня же его нет, правильно? Нет, конечно, кто же мне его приготовит? Кто-то смеется, кому-то там так весело, что просто не могу. Так, это маленькая пицца, поэтому беру маленький стакан. Ой, беру маленькую тарелку, беру маленькую пиццу, кладу маленькую пиццу на маленькую тарелку и спокойно себе отдаю этот заказ нашему дорогому гостю. Теперь. Это была песто. Теперь, ёшкин крот. Смотри, сколько всего необходимо для того, чтобы сделать эту пиццу. Точнее, чесночный соус, элементарный чесночный соус, а он делается из стольких продуктов. Просто из такого количества дикого продуктов, что просто кошмар. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, майонез надо положить. Майонез, кстати, где? А, подожди, а может там что-то еще нужно? Нет, ничего не нужно. Здесь благо распределили правильно. Давай в кухонный комбайн кладу чеснок. Давай высыпай быстрее его. Чеснок. Майонезы. В жидкости. Это жидкости. Майонезы должны быть в жидкости. Майонез. 700 миллилитров. Сколько тут всего? 500. То есть мне нужно еще банку покупать. Кошмар, сколько майонеза нужно. Сколько же нужно майонеза? 200 еще, значит. Отлично. Теперь беру я, значит, что? Сметаны, молока. Ёшкин кот, сметана. Молоко. Сметана. Сметаны нужно 450. Сколько тут всего в пачке-то? 200. То есть 3 пачки нужно купить. Какая-то сметана странная. Мне кажется, это немножечко не та сметана, которую нужно было покупать. Хотя вроде и засчитывается, значит, все правильно. Почему-то она больше не выливается. Какая-то это... Во-первых, она какая-то жидкая. Какая-то она неправильная. А во-вторых, она выливается медленнее, чем не нужно. И ниже она не... Ой, ниже она не тянется, и от этого становится грустно. Потому что я хочу, чтобы она вылилась уже. Ай, теперь еще нужно налить всего-то навсего 60 миллилитров. Переборщил. Ух, блин. Переборщил. Ну что ж поделаешь. Ничего ж не поделаешь, правильно? Так и вот. Нужно еще купить молока. Ого, банка какая большая, литрушка. То есть, хорошо, хоть молока нужно покупать всего одну. Сколько-то надо? 650. Вот тут можно опрокинуть ее прям по самой не балуйся. А вот сметану можно было опрокидывать лишь на определенное вот этот вот, на определенный уровень наклона. Укропа 30, где укроп? Здесь укроп растет, тимьян, петрушка. Укроп 30, раз. Так, петрушка свежая, 2. Черный соль, перец. Черный перец нужно 30 граммулек. Соли нужно 30 граммулек. Где соль? Ага. 30 граммулек. Луковый порошок. Луковый порошок где ты? Вот он. 15 грамм. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Так, всего налил. Всего точно теперь. Теперь точно всего. А то же я тебя сейчас буду потрачу столько времени. И все. Поместить гастроемкость. Погоди, он хочет от меня гастроемкость. Значит, мне нужно купить гастроемкость. Утварь, гастроемкость. Блин, 7 часов вечера уже, а я еще... А я не приготовил практически вообще ничего. То есть я приготовил сегодня 3 пиццы, по-моему, да? Или сколько там? Чесночный соус. Ну, блин, его 2 литра получился. Это ж офигеть, как много. Слушай, а можно вот так вот делать? Да, слушай. Класс, это очень удобно.
Это гениально. Голова? А чё ж поделаешь-то? Хочешь жить в Мивертец, как говорится, а тут иначе никак. Места крайне мало на этом, на столе, поэтому приходится жить именно так. Так, чесночный соус, мне нужен заказ, мне нужно взять заказ. Двойная рыбная. Чё, двойная рыбная с чесночным соусом? Какое-то вообще сочетание просто наидичайшее. Пармезан, тёртый пармезан. У меня есть тёртый пармезан или нет? Моцарелла, пармезан тёртый есть. Конечно же, 64 грамма это 4 раза. 2, 3, 4. Теперь кальмаров, 256 грамм. Ой, ой. 256 грамм. Серьёзно? Это сколько ж надо сыпать этих кальмаров? Тут этих кальмаров просто куча. Кошмар. Чеснок 30 грамм. А в каком виде чеснок-то? У меня тут в таком виде нет чеснока. Чё, просто чеснок? Подожди. Что такое? Извини, если звуки какие-то неприятные появились. А в каком виде тут чеснок нужно положить? У меня есть только резанный чеснок. Грамм чеснока и 36 базилика. Ну ладно, базилика я еще наложу. Базилика, пожалуйста. Вот, то есть, ну, раз, там, два. Сколько получается? 36, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А вот с чесноком-то как быть? Он здесь растет где-то, нет? Может быть, есть все-таки здесь чесночок? Не, херушки, да? Чеснока-то здесь и нет. Пойдем-ка я схожу вот сюда. Тут есть упаковка чеснока. Да, вот такая вот упаковка чеснока. Давай-ка я его выброшу в гастроемкость. Куплю гастроемкость, поставлю гастроемкость. Ну-ка, возьми. Возьми вот это и насыпь чеснок сюда. То есть, может, это так работает? Скорее всего, потому что, ну как иначе-то? Они сейчас меня просят не резанный чеснок, а просто чеснок. И гастроемкость я поставлю вот сюда. Вот так вот сделаю просто. Блин, а я не достану чеснок-то. Не достану вот здесь чеснок. Нужно брать гастроемкость и ставить ее, знаешь, куда? Вон туда. Блин, ну не настолько же. Не настолько же так ставить-то. Вот, да в принципе вообще отлично. Красота. Так, сколько у меня? 5 грамм, я понял. 5 грамм, а нужно 6 штук положить. 3, 4, 5. 5, 6. Лепота, лепота. В принципе, должно быть вкусно. И, в принципе, у нас осталось время для одного заказа. Я думаю, больше я не осилю. Правильно? Правильно. То есть, ну, времени-то уже остается в обрез. И, естественно, мы с тобой сверхурока работать не можем. Поэтому сейчас беру. Беру пиццу. Ну, блин, ну, кальмаров здесь, конечно, куча. Просто куча. Просто куча кальмаров. Блин, ну это, наверное, вкусно. Правда, я не ел никогда запеченных именно кальмаров. То есть они, наверное, не знаю, как-то... Хрен его знает. На любителя все это дело, как бы... не пробовал, поэтому не могу ничего сказать. Итальянская. Отлично, итальянская. Итальянская будет у нас с тобой из пшеничного теста. А, пшеничное вот здесь. Большое пшеничное тесто. Опять заканчивается еще одна плашка. Точнее, не плашка, а как она называет... корзина с тестом. Это очень грустно. Это не может меня радовать вообще. А, подожди, тут нужно большую... А, большая тарелка есть уже. Я что-то прям вообще рассеянный какой-то. Прям очень рассеянный. Думаю, что приготовилась пицца. Она выглядит, конечно, очень аппетитно. Очень много на ней всего. Очень она большая. И, думаю, очень вкусная. Поэтому... Пойдем. Наверняка понравится нашему клиенту. Чуть не разбил тарелку. Это пицца, и пусть он радуется жизни дальше. Так, пойдем соусом маринарой мазать. Сука. Время долго. Конечно, долго. Как же я могу быстро его приготовить? Она же большая. Соус маринара. Маринара, вот она. Как она медленно размазывается. Как она очень медленно размазывается. И очень, очень неравномерно. 140 нарезанной моцареллы, а у меня соточка всего. Как же грустно. Раз.
Двас. Трис. Четырис. Пять. Нарезанная моцарелла. Упала. Смотри-ка, видел, да? От чего она зависела. Нарезанная моцарелла. В резчик помещаю, беру корзину. И побежал за моцареллой. Ну что поделаешь, не... Моцарелла это вот это вот? Вот это же моцарелла, да? Да, раз, два, три, четыре, пять. Пять шариков моцареллы взял и пошел себе спокойно класть их в резчик. Ой, блин, я прям не могу. Прям что-то как подумаялся от этого всего, от этой всей процедуры. Как-то очень сложно, с учетом того, что тут надо каждый раз бегать и что-то готовить. Ну, то есть, здесь все-то особо не заготовишь. Тут нужно в любом случае смотреть именно, что заказывают. Потому что как я буду готов... То есть, как я приготовлю заранее? Мне нужно просто все тогда будет пожарить, потереть, покрошить. Это очень... Это вообще неправильно, у меня столько места нет. И ресурсов, и времени, и в целом вообще... Вообще нет ничего. В глаз что-то попало. Сейчас, 5 секунд. 5 секунд прошло. Салями нарезанные. Салями нарезанные, вот она. 96 грамм, это чё, 12 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Не очень ровно, но что поделаешь. Итальянские колбаски нарезаны, это вот это. 70 грамм, их надо, получается, 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13. 14. Нарезанных маслин. Кстати, я их выложил. И они лежат вон там. Теперь. Ой, нет, это обычные маслины. А где резанные? Я их выбросил, потому что они кончились. Сука. А здесь продаются? И здесь не продаются. Да что ж за жизнь такая? Беру. Иду за маслинами. Маслины где-то здесь. Кукуруза, каперсы, нут. Маслины. Раз, два маслина. Вообще что-то какое-то странное происходит. Странные вещи происходят. Беру маслины, засовываю в резчик. Быстрее, пожалуйста, можно? Нет? Нет, он делает это все сам, и поэтому нельзя никак это ускорить. Я буду бить банки, потому что могу. Потому что это мой ресторан, я делаю, что хочу здесь. Красота. Об стену можно бить. Ой, тихо. Как нехорошо получилось-то, ну. Эй. Ага. Закрывается, говорит, наш ресторан. Вообще, походу, с концами, потому что что-то очень долго мы готовим с тобой сегодня все эти продукты. Все продукты готовятся у нас с тобой очень долго. Пицца готовится невероятно долго и невыносимо просто ждать. Устаешь. А я в этом не виноват. Виноват, знаешь что? Виновата игра. Потому что дает мне рецепты, которые, блин, очень сложные. Раз, 30. Там сколько надо? 128. 2, 3, 4. Теперь красного перца нарезанного, это который на мусор похоже. Вот. 40 грамм. Это аж 20 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И в целом... Ой, маслин повисло в воздухе. Неполадок, непорядок, неполадок. Кошмар. Я думаю, хватит для одной пиццы этого жара. В следующей серии мы с тобой в конце... А я даже не знаю, что можно здесь сделать такого, чтобы нам хватило на всю серию. То есть максимум теста я заготовлю, и не более того. Ну, потому что тесто у меня вот, например, пшеничное заканчивается, и, например, нью-йоркское у меня заканчивается. Мы с тобой сделаем нью-йоркское... Нью-йоркское и пшеничное тесто мы с тобой сделаем в следующей серии. И, собственно говоря, все. А в остальном здесь все делаться должно по ходу, просто быстро. А я быстро не умею здесь делать, потому что я играл последний раз очень давно. И поэтому для меня сейчас это было очень тяжело. Но что поделаешь, как, ну как бы...
как бы уровень даже получил каким-то образом, когда готовил пиццу. Видел же сам. Или видела. Ага, вытаскивай. Ой. Маслина в воздухе зажарилась. Чудеса, чудеса. Так, пойдем. Красота. Красота вкусная. Итальянская. Скажет мне сейчас, что ты долго готовил, вот тебе 4 звезды. Нет, смотри-ка, ты был последний заказ, теперь приготовь ингредиент на завтра. Но мы с тобой прощаемся, потому что завтра у нас будет следующая серия. А сейчас спасибо за просмотр, ставь комментарий, пиши лайки, увидимся в других играх, в других сериях этой игры. Подпишись обязательно на группу ВКонтакте, ссылка указана в описании под видео. И всем пока.